Всем привет, мои подписчики! Как вы уже поняли, у меня тут коробка с фломастерами, потому что я буду сейчас пробовать рисовать как бы единорожку, что ли. Ну, на самом деле, я не умею рисовать единорогов. Вон какой-то такой странный бордовенький цвет. Ной. Нет, реально странно. Глядите на эту туфту. У мамы лучше получится единорог. Ужасно. Ужасный единорог. Мой ужасный единорог. Что это? Я одним цветом пользуюсь. Мне нужно оранжевый. Да, оранжевый. Хвостик оранжевый будет немного. Почти. Немного. Рог оранжевый. Ну и почему-то у меня тоже оранжевый. Не, на единорога ни капли не похоже. Это какое-то чудо-юдо больше всего. Мелкая Соня, не лезь. Не лезь, Соня. Черные копыта. Если честно, у единорога нету ничего черного. Но хотя копыта мог быть. Я сейчас похожа на Халка. Нет. На единорога ни капельки не похожа. Это что? Мне кажется, или это издевательство. Я не умею рисовать, точно. Не умею рисовать нормально, не понял. Это что и было? Сила Халка. Мне поможет открыть фломастер. Чучонки. Надо быстрее заканчивать ролик, а то мой мамин телефон сядет. Я скоро выложу его в Инстаграм. Мне кажется, этот ролик никогда не закончится. Как вам мой рисунок? Ужасно, да? Не говорите. Да, он предужас. Ну, если подальше, то он нормальный. Простите, что камера упала сейчас. Так. Вот. Теперь нормально. Сейчас буду делать солнце с помощью голубой линии. Мне кажется, солнце будет под хвостом единорога. Шик. Эй, поворачивайся. Да не стук. Все. Все как это под хвост.
мир ужасности. Мир ужасности. Сейчас покажу, как у моей мамы получается. Сравните эту красотень с вот этим чудо-юдо. Кто лучше, это или это? Ну, а на сегодня заканчиваю. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик и жмякнуть лайк.